Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать о своем удачном опыте укоренения черенков гортензии. Это был мой первый опыт, и он оказался удачным, ну, в большинстве. Для укоренения вот у меня было два черенка сорта, я не знаю сорт, но покажу вам цветение, в видео будет картинка, как цветет эта гортензия. И было два черенка с другой гортензии, махровой розовой, но они не прижились, потому что я двумя разными немножко способами укореняла. Ну, не то что разными, два разных стимулятора использовала. Один себя оправдал, второй нет. Вот. Расскажу в основном про гортензии, потому что я рада, что у меня получилось, можно сказать, с первого раза. Вообще, таким способом, вот в тепличках, я укореняю не только гортензии. Я таким способом укореняю и мирты. Вот у меня вот в тепличке такой, потому что мои гортензии сначала были вот в зип-пакете таком большом. Вот. Здесь у меня сейчас черенки мирта укореняются. Вот. Видите, у них даже конденсат видно. Вот. Они укореняются в прелите с классманом. Вот. Пакетики периодически открываю и проветриваю. Вот. И жду, когда у меня появятся корешки. Они будут видны в стенках стаканчиков. Также таким способом я укореняю жасмины. Это вот жасминчики у меня. Пакетики немножко грязные, потому что стоят у меня на улице дома очень-очень жарко. И поэтому я выставила их в тень на улицу. Вот жасминчики. Это сорт Arabian Knights. Вот. Надеюсь, что хорошо укоренятся. Вот. Ну и вот так. А, таким же способом мне нравится еще укоренять диплодении. Тоже хорошо укореняются. И они хорошо укореняются в грунте с перлитом. А вот гортензии я укореняла в кокосовом грунте с перлитом, потому что диплодении он не подходит, они в нем загнивают, ну, по крайней мере, у меня. А вот гортензиям в самый раз оказалось. Они уже с корешками, уже в стаканчике виднеются корешки. Сейчас я покажу вам. Тут не видно сильно так, вот, наверное, на этом видно больше. Вот здесь видно корешок. Вот корешки видно хорошо. Вот. Ну и вне стаканчика тоже их там видно. Ну, может, на видео не сильно видно, я их вижу хорошо. Вот эти два черенка я обрезала и замочила на ночь в стимуляторе корнеобразователя циркони. Вот. И на следующий день посадила в кокогрунт с перлитом и вот в такую вот тепличку разместила. Стояла достаточно долго, было еще прохладно у нас, это был май месяц, долго укоренялась, получается. Вот когда пришла жара, я уже вынесла на улицу в тень, потому что очень жарко в доме было. Вот и так они стояли. Вот буквально две недели назад я просто их накрыла вот такими вот пакетиками, потому что еще все-таки они не привыкли к другим условиям. К условиям просто свободно накрыты. Я открываю иногда, проветриваю, чтобы они уже начали привыкать к воздуху. Потому что скоро надо будет их перевалить в нормальный грунт, чтобы они дальше уже наращивали зеленую массу. Вот. Что еще хочу рассказать? А, о корнеобразователе. Два черенка гортензии я макала в корневин. Я макала в корневин, который новый купила. Там почему-то у меня такой кристаллический порошочек розового цвета. Вот, и он мне не понравился, потому что от него почему-то начинают гнить стволики. У меня есть старый корневин, и там именно порошочек, такой белый вот порошок. И вот с ним у меня все укореняется. Поэтому я не знаю, либо это подделка, либо они что-то изменили, я не знаю. Но я вот этим вариантом корневина
абсолютно недовольна. Вот этот старый корневин, которого, скорее всего, даже срок годности уже истек, но он намного лучше укореняет, в нем с ним укореняются растения, чем вот с этим кристаллическим. Вот, вот эти все черенки, они, я обрезала и макала вот в этот корневин, в свой старенький порошочек, который мне больше всего нравится, потому что с ним у меня жасмины на 100% идет укоренение, вообще без проблем. Вот тут листики попадали уже, но ничего. Вот, посмотрим, как дальше. Вот, мне нравится такой способ укоренения, я его, в принципе, рекомендую для растений, для которых нужны теплички. Вот, с гортензиями все получилось. С ними, я тоже думаю, все получится, потому что я не первый раз так укореняю. Вот. Так что мой вариант выбор, либо корневин, порошочек белый для укоренения использовать, либо циркон. Это те укоренители, которые я уже испробовала не один раз, и они мне больше всего понравились. Поэтому, если будете укоренять, пробовать гортензии, ну, наверное, лучше замочить циркони. Хотя циркон тоже уже сейчас подделки попадаются, мне не один раз попались. Вот. Ну, мне понравилось укоренять циркони. Вот, хороший результат. Хоть и долгий, оказывается, гортензии, я не знаю, у меня она долго укоренялась, но укоренилась и уже хорошо. Главное приучить теперь к нетепличным условиям и перевалить в хороший грунт и выращивать дальше красивые кусты. В общем, так, всем спасибо за внимание. Если что, пишите вопросы в комментариях. Всем спасибо, всего хорошего, пока!